Привет всем любителям хорошего звука, с вами Ильчук Александр, канал Звукомания. Графический эквалайзер, электроника E06. Который выпускали на брянском заводе Элитон. Вообще этот советский эквалайзер предназначен для профессиональной работы где-то в оркестрах, в разных там эстрадных каких-то исполнениях и тому подобных прочих применений в качестве оперативного регулирования АЧХ в звуковоспроизводящем тракте. Имеется у него 15-полосный регулятор и вообще может использоваться не только в проф, но и в бытовой аппаратуре, я имею в виду в нашей меломанской с вами аппаратуре и аудиофильской. Что в нем интересно, у него есть регулятор отключения тембров. На этом с вами обращаюсь, пока-пока и удачи всем найти свой звук.